Всем привет! С вами на канале Сибирский Механик. Вчера я переделал свою печку из 5 кВт, 2 кВт. Видео я выложил, кому интересно, посмотрите. Вот. Решил замерить расход топлива на минимальной мощности, да, на 2 кВт. Вот. Печку я включил, она на свои рабочие обороты вышла. Вот, рабочую температуру обогревателя набрала. Сейчас заливаем солярку, полный бак. Печка отрабатывает ровно час. Смотрим, сколько за час она топлива потребила. На дисплее 186-188 градусов. Выдуваемый воздух. Солярка залита по край. Засекаем час. Через час приходим и смерные свои банки доливаем. Смотрим расход и считаем. Фен у нас отработал ровно час. Температура выдуваемого воздуха 666 градусов. В помещении температура 19 градусов. На улице минус 20. Так. Открываем нашу топливно-заливную горловину. В канистре залито. Здесь у нас ровно 300 миллилитров. Только же залили. У нас осталось здесь 100, 200, 20, 40, 60, 80. Так, 220 миллилитров. То есть за час она съела 80 миллилитров дизельного топлива. Вот. В общем, печка у нас проработала ровно час. И расход 80 миллилитров в час. То есть за 12 часов будет расход 960 миллилитров. За сутки около 2 литров. Вот, к примеру, на 5 киловаттная у нас расходовала 0,20 в час. То бишь за 12 часов она съедала 2,4 литра. В принципе, я думаю, оно того стоило. Намного экономичнее 2 киловаттная. И помещение она нагревает точно так же. Ну, такой вот опыт на 2-киловаттной печке. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.